И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте скомпонуем теперь, значит, пятую уже, по-моему, сцену. Значит, приезд наших персонажей к дому, допустим, хозяйки салуна. Так, значит, я переделал анимации, сделал им инвертацию, то бишь миррор. И теперь, получается, раньше у нас персонаж сначала залазил на коня. Так. А теперь он слазит в обратном направлении. Отзеркалил, значит, анимацию и добавил речь персонажу. Получается, вот здесь он уже разговаривает, держит коня, все тут тын-дын-дын, мол, все хорошо. И вот, кстати, косяк. Хорошо, что я начал именно с этого персонажа. Не углядел, вроде бы проглядел. А оно вон оно как получается, что рука, вот видите, вышла из-за лямки. И получается, где этот косяк? Здесь он держит, а здесь он уже не держит. Значит, вертаем его в руку и ненужный кадр delete. Так, смотрим. Так, тут и следующий что-то барахлить стал. О. Ну, это вообще неинтересно. Я, наверное, передвигал анимации. Вот и гадай, значит, что вроде бы подготовил, а потом смотришь, а там что-то не то. Так, раз. И здесь он как бы дергается, да? О, и тут что-то. Так, а ну-ка. Так, ну здесь он, ладно, понятно, держит все. Здесь у него какой-то получается сбой. Так, это он внизу держит. Здесь он вверх поднимает руку вместе с конем. Давайте вот эту тоже удалим. Так, перепишем. Ну, значит, так оно надо. Потому что, если бы было не надо, было бы все хорошо. Значит, возможно, кому-то будет интересен этот вариант. Так, доводим. G. Ведем, значит, за руку, за уздой. И потом, значит, G опять ведем за уздой. Здесь даже можно чуть ниже спустить. Ничего тут такого сложного, но вот здесь опять идет, как говорится, не есть good. G переводим. Вот этот кадр тоже удалим. Так, раз. А этот тогда R доведем. Ну, в принципе, что? Узда видна. Так. В принципе, все хорошо. Так. Так, а как же я прозевал этот момент? Вроде бы я его всю прописал, но не суть вопроса. Значит, косяк. А, я ее переделал, значит, подгадал под анимацию. Значит, нашей барышни. Так, а ну-ка, ну ладно. Так, вот даже еще интереснее будет. Так, а здесь уже вот нужно опять поднимать, да? Так, ну вот такой, значит, будет процесс. Здесь, значит, быстро опускается, он не успевает, мы его подкорректируем. Выберем опять косточку, которую я сбил, и, значит, смотрим дальше. Оп. Так, здесь у него вот так должно быть. И
Тут почаще почему-то дергание, видите, оп. Так, смоем дальше. Так, это значит G. И потом сюда значит G. И потом что у нас? Чуть-чуть, значит, доводим. Чуть-чуть приподнимаем. Чуть-чуть еще, значит, доводим. И дальше уже, как говорится, по обстановке. Ну, здесь он должен уже ее взять вот так вот. И мягкая доводка вниз. Так, 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 так. Во. Оп. На этом кадре тоже не хватает руки персонажа. И. Так, смотрим. Ну, вроде держит. И не хватает еще где. Оп. Так, ну здесь вроде бы нормально, но в принципе можно и переписать. Так, а на этом довести. Так, и здесь вот тоже нехорошо. Так, смотрим, где еще косяки. Ну, можно повыше поднять вот так руку. Так, тут еще повыше. Так, ну вроде бы держит. Так, тут немножко G доведем. Вот еще раз, а ну-ка. Вот тут вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Не попал. Так, ну вроде бы все. Сохраняем файл сейф. И сейчас нам что понадобится? Город сейф. Опять же включаем. Так, лифт. Опять же нам не понадобится. И камера в этой сцене тоже не понадобится. Это сохраняем без камеры и без света. Так, файл open. Находим теперь город. Опускаемся вниз и находим город Запада, конюшня, город Дикий Запад, бленд. А ну-ка, open, смотрим.
Что-то я подзабыл, что я линковал, давно их уже не подключал. Так, смотрим, вроде бы он. Так, файл сохраняем. Сейв. И, наверное, давайте сделаем не в этот файл, а выберем сейчас файл, который уже был. Значит, open и в главном герое. Так, а ну-ка, ABVGD. Герой Запада. Найдем здесь, где линкованы уже в городе, и возьмем просто этот файл. Так, ну, допустим, вот этот файл возьмем. Не хочу я сюда добавлять сейчас небо, опять же, все это дело сюда залинковывать. Так, итак, есть у нас, значит, вот этот персонаж, город, да? Давайте теперь здесь кое-что поудаляем и перейдем, значит, к нашему салону, да? Так, значит, что? Мастерсон у нас линкованный, мы его удаляем. Так, лошадь у нас линкованная, мы ее тоже удаляем из сцены. Так, осел линкованный. И наш персонаж тоже линкованный оказался, да? Так, надеюсь, нигде никого не осталось. Так, а ну-ка. Все нормально. Так, линковать будем вот с этой стороны. Значит, Shift, правая кнопка мыши, поставим пивот тут. N панель. Значит, Screencast Key. Включу, чтобы вы видели, что я буду нажимать. Добавим сюда файл Find Missing. Значит, к шерифу надо зайти. Видите, как у меня тут тяжеловато все стало работать. Поэтому очень тяжело происходит, значит, вся эта штука. Чем больше становится файлов, тем тяжелее, значит, создавать сцены. Если первые сцены у меня легко и быстро включались, находились, да, то теперь они очень долговато делаются. Так, есть такое дело. Так, конюшня тоже присутствует. Это другая линковка, значит, ну, потом нужно будет из сцены это дело все удалить. Так, привязь есть. Что еще понадобится? Понадобится залинковать сюда несколько файлов. А ну, давайте тут немножко посмотрим, как тут все устроено. Так, значит, небо есть, все, башни есть. Так, ну, давайте, если будет вид вот отсюда, чтобы конюшня не попалась, значит, в кадр. Потому что конюшня далеко от города. Так, и теперь сохраняем файл Save As, вот этот файл. Сохраняем сцена, пускай будет 15-я, потом перепишу. Это будет у нас сцена, значит, в салуне. Или давайте напишем на постой. Так, сохранился все, линкуем. Файл линк. Находим, значит, сначала шерифа. Шериф у нас, значит, слазит с коня. Коллекция, коллекция. Так, есть такое дело. Очень тяжело, очень сегодня тяжело идет с ноутбуком. Так, и вы видите, что у меня прям-таки идет подвис. Хотя у меня все выключено. А ну-ка сейчас проверю.
В принципе, у меня ничего не включено. Так, ладно, здесь будем смотреть через камеру. Возможно, очень большое приближение, да? Работать будем в камеру. Камеру включаем, 0 на нампаде, Shift F. И поехали, значит, к нашему мастерсону. Так, стоит он боком. Где у нас тут камера? Картинка вроде бы нормальная. Так, выбираем персонажа. Выбираем Т, английскую. Включаем транспоз. Так, и транспоза я здесь не наблюдаю, потому что у меня отключен вот эта галочка боковой панели. Так, раз, есть, все. Так, а ну-ка. Отключим, посмотрим. Так, лошадь стоит. Мастерсон вроде бы не в песке. Ну, в принципе, по ногам нормально. Так, линкуем сюда еще, значит, нашего пацана. Так, кто-то сказал, что большие доски вот эти. Ну, я их хотел уменьшить, но как бы неинтересно получается потом. Потому что если по этим доскам будет идти, значит, навстречу кто-то, то на двух вот этих, на четырех этих коротких досках они, в принципе, не разойдутся. Будет тесновато. Ну, пусть пока так останется. Если что, в будущем можно будет переделать. Так. Делаем, опять же, что? Файл. Линк. И залинкуем теперь, значит, главного героя. Главный герой у нас на коня и о пути. И где тут? Коня, вот он. Так, подгрузился 0 на нампаде. Будем работать опять же через камеру, наверное, так будет. Ух ты, как он у меня виснет. Ну а куда? 400, сейчас посмотрим, сколько тут, значит, полигонов. Так, значит, переводим, перекручиваем. И вы видите, какой перекрут идет. Ctrl-Z. Так, семерка на нампаде. Пока нужно отключить кумпол. Так, и где это все действо находится? Вот оно, это действо. Перекручиваем R. G, перетаскиваем, и пусть он стоит где-нибудь подальше. Так, и он почему-то... А, все, он уже слез. Получается, значит, это конечный кадр. Вот они, эти гаврики, подъехали. Так, приподнимем коня. Сделаем какой-нибудь более-менее нормальный ракурс. Так, ну я думаю, что давайте одного поставим боком, да? Значит, R, чтобы как бы камера видела по-разному их. Так, а ну-ка, что мы получим в этом варианте? В этом варианте мы получим, что у нас копыта у коня, значит, в досках.
И, значит, коня нужно немножко докрутить. Вот так вот. Ну, в принципе, что? Если вот так снимать, мы будем видеть и главного героя. И, значит, да, не все главные, короче, что Мастерсон, что, значит, наш вот этот главный герой. Зато можно, видите, что менять ракурсы. Так, тут начнется с этого момента. Так, здесь вот стоит бутылка. И я, в принципе, понял, что это за файл. Так, ну, бутылка, в принципе, пускай стоит. Потом я ее приберу. И, значит, нужно еще одного персонажа сейчас залинковать. Это, опять же, Shift. Правая кнопка мыши. Вот, видите, я пивот поставил, значит, на вот этот вот, как его называют. Так, на парапет. На подиум, файл линк. И, значит, линкуем сюда гражданку. Баба на Дикий Запад. Вот я тут мал-мал надел анимаций. Так, и какую ж тут поставить. Так, эмоции. Так, давайте я вот здесь проверю. Файл open. Значит, последняя была баба, Дикий Запад. Разговор нежный. Во. Вон, ну, как я записал, значит. Линкуем сюда. Баба. Тен-тен-тен. Запад, запад, запад. Ворот. Разворот будет. Потом еще, значит, один кадр. Эмоции. Нежный. Вот этот, по-моему. Так, коллекция, коллекция. Ждем, пока появится наша гражданка. И видите, тут появился какой-то мусор. Вот его нужно будет прибрать. Кое-что подрегулировать. Так, а ну-ка, а почему ты так криво стало? Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Как неудобно с этим делом разбираться. Shift F, погуляем немножко камерой. Отведем, поставим, посмотрим, перекрутим. Ну, потому что здание стоит у меня чуть-чуть косяной, потому что тут бугор, и, в принципе, ничего такого страшного тут нет. Так, значит, подгадываем ее по двери, ну, чтобы дверь не была выше гражданки, так? Так, опять же, как она должна стоять? Тут у нас получается Мастерсон и наш вот этот главный герой, они получаются как бы очень большеватые, да? Тогда мы их S и уменьшим. Мастерсон он больше, значит, у него лошадь. Видите, получается, что мустанг тут как-то больше, да? Давайте его еще уменьшим. Во, вот это будет нормально. Тогда, если этот гражданин у нас 1,50 м, этот где-то 1,80 м, Мастерсон, а то и пусть, ну, под 2 метра, он такой крупный дядька, да? Получается, а эта гражданка 1,65 м. Она чуть-чуть выше, значит, нашего главного героя. Так, ну, в принципе, что, смоем, чтобы по размеру это все было нормально, чтобы дома не казались по отношению к нашим персонажам, в принципе, маленькие, средние какие-то, да? Так, и вот там у нас на горизонте все равно этот конюшня, значит, проглядывается. Это дело я сейчас потом найду файл этот и это дело удалю, подчищу. Так, теперь выбираем нашу гражданку. И что нужно сделать? Нужно ее немножко перекрутить. И вопрос. Где она должна стоять? Вот тоже, да? А ну-ка, если мы G ее передвинем вот в эту сторону, то тогда получается, если со спины персонажей вот так снимать,
Будет треугольник. Треугольник это и есть дело хорошее. Можно вот так их прям снять. Вот это дальний план, ближний план. Все нормально. Значит, файл это пока сохраняем. Что нужно сделать? Нужно убрать, значит, вот эту конюшню. Нужно уменьшить, видите, вот эту стойку под лошадей. Гляньте, какая она офигенная, да? Так, ну и нужно искать этот файл линкованный. Значит, мы его выберем и посмотрим, что это за коллекция такая. Так, а мы не поглядим. Ну, будем искать, как говорится. Так, это я сохранил. Файл open. И значит, don't save. Так. Ищем Western. Так, где он тут у нас? По-моему, вот эта бутылка бой. Дикий Запад город. Вот, Дикий Запад туман, наверное, надо было в него линковать. Было бы прикольно, да? Угу. Ну тогда и там должен быть туман, это утро, не, это будет другая сцена. А ну-ка, что тут получается? Так, значит, что у нас тут? Так, ну давайте попробуем город немножко подправить. А ну-ка, Save Geometry. Так, тут все сейчас перекручено. И как это дело, значит, сплюснуть. Так, это Scale, да? Ну, как бы так бы. А ну-ка, G. Вот теперь очень трудновато будет это дело переделать. Так, Edit Mode. L английская. Ух ты! Тут оказывается еще очень не объединено. Так, выделяем L английская, делаем P Selecting Object Mode. Делаем вот этой всей штуки. Так, вяжем ее Set Origin на 3D курсор. Так, пардонте, на 3D геометрию делаем SSSSS. Так, где-то она должна быть вот такая. И значит, раз у нас здесь стоят персонажи, то ну пусть она где-то вот тут и стоит. Так, конюшня. Delete. Аишки. У нас новое странное поведение. В смысле? Ведет себя довольно-таки странно. С чем-то там без ничего бегает, потом за дверь прячется, потом вот так. Он не заболел? Нет. А ты что делаешь? Строишь? Да вот тебя хочу в ролик звук проебу, где ты, говорю, мне что говоришь, и пиздец. А как же? А что тебе трогать-то? Так, опять же, значит, set геометрии. Опять же, раз. Ну, сделаем поменьше, да? Насколько уж это дело выйдет поменьше, если что. Так, геометрия потом будет подправляться. Так, доски поменьше. Так, ну еще одну вот эту. Так, надеюсь, они от пола не поднялись, а то потом тоже будет неинтересная штука, да? Так, отведем, значит, нашу привязь. Эта привязь тоже нормальная. Так, эта привязь. Так, это, наверное, тоже большеватая будет. Сделаем S. Пока на всякий случай. Так, тут вроде бы мы с этим делом разобрались.
Так, вот эта штука, наверное, привязь, она должна быть где-то вот тут. Вот тут вот. Потому что если подъезжает, значит, к салону, то привязывают где-то, наверное, на открытой местности, да? Вот неудобно вот эти вот. Надо изучить еще, как там привязка работает к этим штукам вся. Так, есть такое дело. Вроде бы по порогу это высота позволяет. Лошади тоже не гиганты. Так, ну все. В принципе, что? Все нормально, да? Если что-то облегчить, конечно, можно удалить, но потом в той сцене долго надо будет искать вот эту вот штуку, чтобы ее вернуть назад. Так, файл давайте сейв. Это называется, значит, Дикий Запад, город просто, да? Все запомнил, наверное. И, значит, open, находим, где она тут находится, сцена Дикий Запад, конюшня в городе. Герой Запада, сцена 15, на постой. Вот она. Так что, привязь нормальная, гражданка нормально. Так, больше привязь не нужна. Так, доски уменьшились. Ну, в принципе, не намного, да? Так, опа, видите, эта доска, значит, летает. Возвращаемся. Исправлять косяк. Надо еще то доски больше уменьшить. Так, и вот эту штуку тоже уменьшить нужно. Так, погнали, значит. Еще выбираем доски. Значит, доски еще делаем поменьше. Так, эту доску Geometry Cursor. И, значит, ее еще поменьше. И вот она, кстати, и летает. Так, раз. Чуть-чуть, значит, ее подкорректируем. Так, давайте еще поменьше, а ну-ка. Там не знаю, как их подгадать, потому что на размер смотреть, ну это бесполезно. Здесь размеры все сбитые. Угу. Ну, в принципе, по доскам что, ну, по дороге нормально. Так, теперь вот по этой, да? Нет. По какой? А, вот это, наверное, большая. Так, а ну-ка делаем ее S. Так. Ого! Она аж на взлете где была, да? Так, ну и поближе передвинем к зданию, потому что, ну, не пристало, значит, ей очень далеко быть. Так, и вот эта штука тоже тогда, ну, в принципе, для коней, не знаю, как ее подгадать. Конь был тогда привязан нормально. Тогда вот это будет, наверное, очень маленькая, да? Давайте чуть-чуть ее побольше сделаем. Так, ну это пойдет, наверное, кривоватая там стоит. Все в песках заметено. Так, ну все.
файл save. И идем опять, значит, в другую сцену. Вы видите, как с каждым разом все тяжелее и тяжелее все это дело происходит. И вот я не знаю, до какой сцены можно будет дойти. Зарендерить. Я вообще вот сейчас вот город 312 745 вертексов, да? Трисов 613, фейсы полигонов 315 644. Так, многовато. Ну а меньше как? Меньше, ну куда уж меньше, если это все низкополигональное, ну просто насколько можно это дело сэкономить и как это происходит, значит, на больших студиях, наверное, ну 312 тысяч полигонов, это должно быть, ну типа, тьфу, но для моего ноутбука это очень тяжеловато. Это я еще не делал, значит, тут ветер, какие-то, значит, симуляции, там еще что-то. Это шиздец. Итак, смотрим дальше. Так, почему у меня... А, все это сбилось, значит, персонаж, все нормально. Мастерсон разговаривает. Так, вот Мастерсон стоит. И мы видим, что, значит, наша гражданка со своей камерой пришла еще. Так, значит, мы ее еще поменьше делаем. Так, ну, в салоне двери чуть побольше. Если Мастерсон 2 метра, если его поставить здесь, то как раз она где-то вот метр, вот так вот где-то, 1,60 м будет. Надо у нее свет ее удалить и ее камеру. Так, вот, ну доски уже более-менее как бы и нормально, да? Так, ну вот это все равно, эти доски на взлете, потому что если я их, а ну-ка, эти тут лежат, тут не лежат. А ну-ка, что тут получается? Нужно их чуть еще докрутить, но это я уже поправлю, тут главное внешний вид. Так, вот такая сцена. 0 на нампаде. Shift F. И значит что? Подгадываем нашу вот эту камеру. Вот как-то так, да? Так, и съемка будет происходить, значит, разговоры со спины Мастерсона. Можно даже, как вы пишете, взять побольше крупных планов. Так, и значит, с чего бы начать? Shift F. А ну-ка, давайте погуляем, значит, по сцене. Уменьшим колесиком чуть-чуть скорость камеры. Так, и значит, вот такая вот штука, да? Значит, мы вот вдаль отъедем вот так. Сделаем вот такой, значит, внешний вид. Опустим таймлайн, потому что мы его не будем менять. Он, в принципе, нам уже как таковой не нужен. Отключим вот эту штуку и смотрим. Вот это у нее бутылка. Ну, в принципе, нормально. Самогон же. Так. И вот увидим, что у Мастерсона, да, он как бы и здание даже еще, вы видите, что на взлете. Ох, ё. Но ниже здание, если ставить, то... Так, давайте файл этот сохраним. Сейв. А теперь откроем опять же Дикий Запад город. И ну, надо здание крутить. А что же делать-то? Здание на весу это не есть гуд. Так, находим нашу хату. А тут еще у хаты. Так, выбираем хату. Так. Смотрим сбоку, вот, насколько надо сажать ее песок.
Ну, тут уже понятно, что все, она в песке. Так, насколько тут все пагубно, ну, в принципе, нормально, засыпано. Не настолько, да? Так, теперь... А ну-ка, аж. Это вот хрень какая-то там. Наверное, какой-нибудь столб. Ну, стопудей, вот он. Объединился со столбом. Не суть вопроса. Так, ладно. Так, эту еще в бок чуть-чуть. Alt, H. Возвращаем. Я думаю, ну так еще как бы пойдет. Так, еще сразу, раз сюда зашел, давайте доски подкрутим. Так. Вот как их можно доски положить, что тут, значит, земля. Ну, в смысле, песок, он неровный. И вот где-то я ложу, а здесь будет подниматься. Если я буду ложить ниже, доски будут исчезать, да? Вот здесь прям яма с песком, с этим. Так, а ну-ка. Ну, как бы так бы. Так, что тут еще? Угу. Вот здесь видите, что доску засыпало. В принципе, пускай, да? Давайте чуть-чуть крутанем. Вот. О, вроде бы легла. Так, и это что у нас с этой? Так, погрузилась в песок. И чуть-чуть, значит, мы ее докрутим. Так, что у нас по домам? Выбираем. Так, эти дома не объединены. Поэтому не буду муздохаться. Так, ладно. Главное, что дом шерифа цельный. Так, а эти уже отдельно. Их надо объединять. И, значит, салон я объединил. Тоже нужно этим делом заняться. Тут церковь тоже нужно объединять. И, короче, все их нужно объединить. Так, ладно. Файл save. Опять сохраняем. И опять ждем. Теперь ждем загрузку. Файл open. Сцена 15. Так. Ну, в принципе, чё? Вот уже как бы и получше. Но теперь нужно выбрать нашу гражданку. И гражданка должна занять свое место. Так, ну, тут еще в чем вопрос. А ровно ли стоит гражданка? Вот в чем еще дело. А гражданка у нас завалена. Оп, как бы вот сюда ее нужно подтянуть. Ну и на том, как говорится, спасибо, что остались на месте. Так, ладно. Вот такой, значит, финт. Вот файл. Сейв. Смотрим дальше, что можно придумать. Так, тут. Вот, теперь эта доска на полете. И так, это вроде лежит, а это... На взлете. Ну ладно, я ее потом подкорректирую. Так, давайте 0 на нампаде и посмотрим, как компонуется сцена. Так, значит, если смотреть вот с этого ракурса, то раз подъезжает, все, слазим, приехали, все, дын-дын-дын. И вот с этого момента, вот видите, она уже...
разговаривает наша вот гражданка. Но она не должна разговаривать, должен говорить мастер сам. И вот здесь вот говорит, значит, вот наш шериф. Вот со спины, если ее снимать. Тен-тен-тен-тен-тен. То тогда он как бы на нее не смотрит. Тогда нужно Мастерсона развернуть. Так, а ну-ка. Так, ну так как бы он еще более-менее как бы с ней разговаривает, да? Там, допустим, вот... Не знаю, с юбки можно снимать, но в принципе есть такой вариант, чтобы снять сцену, допустим, вот где нога нашей этого персонажа, вот тут с такого ракурса, допустим. Так, опять же сохраняем, раз мы Мастерсона подправлял я, значит. Угу, так. Рано она говорить начинает, эта гражданка, потому что сначала говорит Мастерсон. Она не должна ни жестикулировать, ничего. Ну, здесь можно, в принципе, взять крупный план. И когда, значит, вот он, оп, общий план будет, потом, значит, взять вот этот план, но она все равно должна как бы стоять, да, даже вот, если ее вот с этого ракурса взять, чтобы треугольник был. И получается дэн-дэн-дэн, все, они приехали. Мастерсон тут, когда разговор пойдет, это будет уже другая сцена. А вот гражданка будет говорить у нас, начинать. О, анимация есть, а здесь он подзавис, потому что здесь уже идет 569 кадр, а анимация у Мастерсона только до 498, да? Печально. Ну, давайте сделаем 498, чтобы не нервироваться. Так, раз, даже меньше. Так, и вот есть, значит, сцену можно снять, где они приехали, вот она стоит, стоит, стоит. Можно в эту сцену ей отключить вообще какие-то, значит, манипуляции и записывать ее, когда Мастерсон будет просто стоять. А Мастерсон... Так. Этот говорит. Ну, в принципе, если с этого ракурса записать ее диалог только, то пойдет. Вот, в принципе, раз там. Вот с этого ракурса, допустим, хоп. Конь и Мастерсон. О, хорошо будет, да? И она им что-то там втирает. Так, что-то тут не получается. Значит, в эту сцену, наверное, нужно, чтобы она просто стояла, что ли. Угу. Две сцены какие-то сделать. Так, эта сцена, короче, здравствуйте, мы приехали. Вот, раз, все, оп. И она уже тут что-то им втирает. Она должна просто стоять и ждать. Значит, этот файл еще, чтобы не ошибиться, сохранить. И подправим, значит, нашу гражданку. Гражданка должна у нас, короче, стоять до победного, да? Вот здесь он ей еще что-то втирает, Мастерсон. Так, значит, говорить она должна. Так, раз он там, привет, принимай на постой. Мол, так, раз. И сделаем, значит, здесь...
Вот. А, вот. У него есть тут пауза. Все. Он заткнулся с 299-го. Так, значит, 299-й. Давайте поставим Дикий Запад. Баба-баба-баба. Нежный разговор. Don't save. И получается, значит, у нее разговор должен с 299-го. Получается английская А. G. 299-го кадра, да? И значит, у нее здесь будет 608 кадров. Так, а здесь она, значит, вот эти кадры G, она стоит. Ну, чтобы она просто не стояла, давайте ей выберем вот эти кадры. И сделаем, значит, вот этим первым Shift D. И переведем сюда, на первый кадр. Здесь сделаем S. Вот видите, она чуть-чуть шатается, да? В принципе, все, она слушает, все ей нормально. Она ждет, что скажет Мастерсон, да? Ну, в принципе, хорошо. Так, что у нас получается, если мы выбираем английское А, все кадры, то здесь она уже, разговор ее можно записать. Но здесь разговор очень долгий, да? Так, что тут по сценарию-то? Так, 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 так. И значит что? А ну-ка, здесь она, значит, болтает, 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 болтает. Ну, можно... Так, она говорит, значит, мои условия ты знаешь, вы знаете. Так, тогда вот эти кадры, а ну-ка, английская А, это G, попробуем убрать. А вот эти кадры S растянуть, допустим, ну, а ну-ка. Так, нормально. И тогда последние кадры. Shift D. Подставим сюда. Не понял. Так, это значит delete. Угу. Вот эти кадры английского А. Shift D. Подставим сюда. Ну, как-то так-то, да? Тогда это delete. 488 кадров. В принципе, для анимации пойдет. Да, у того 400... Сколько у него там? 411. Ну, здесь можно только ее записать будет. Так, раз, все, вот раз она, оп, встала. Сохраним другой файл. Файл Save As. Это разговор нежный. Значит, 2. И тогда файл Open. Находим
нашу сцену, и я его едить копать. Вот такая вот штука, вот такие подгоны, это вот такая, значит, долгая штукенция. Сейчас посмотрим, что получится. Значит, тогда мы ленту гражданку ликвидируем. И на лента место файл линкуем. Другой файл, где у нас баба. Разговор, значит, запада нежный, нежный один. Коллекция, коллекция пошла. Во. Можно даже под юбку и бутылку закинуть, чтобы ее не убирать, да? Так, раз, оп. Ну, на шерифа смотри, во. Он же к тебе приехал. Вот так вот. Так, и вот печально, что у него тут с рукой. Так, ладно. Сейф. Так, по-моему, большеватая. А ну-ка, S. Так, если к мастерскому поставить, ну как раз ему по шее будет нормально. Так, файл и значит разговор нежный баба. Продолжаем, значит, мучить ента дело. Выбираем нашу руку и видим, что рука не прописалась, да? Не беда, вопрос. Значит, это значит G. R. И прописка. На 50-м. R. G. Прописка. И значит... На четвертом G положим ее на юбку. О, и. Потом юбку Shift D подтянем поближе к 30. И здесь тогда минимум жестикуляций. Так, и прописка. G. И прописка. Ну-ка, что получается? Все стоит, нормально разговаривает. Все, здесь она, опа-па-па-па. Все, руки поставила на боки. Все нормально. Так, тогда 200. Пропишем и. Так, вот здесь вот тоже не есть good. Это все руки, да? Так, значит, раз. Вот здесь она нормально себя ведет, а вот эти тогда delete уберем. Так. R. Переключим, подпишем. R. G. Выведем вперед, пропишем. Потом она оп. И с этой, как бы, вот видите, с верхней точки. Оп, локоть поднимать. Оба, она нормально, короче. Так, здесь у нее пропишем и пусть она торчит. Так, здесь G немножко отводит. Так, а что у нас с этим инвалидом? А ну-ка, G. Так, а ну-ка. Так, а ну-ка перекрутим кисть.
Так, на первом тоже. Ну, пусть мотыляется, да? Вот где она, оп, пошла вперед. И здесь давайте ее R, G, руку тоже чуть-чуть приподнимем. А здесь, где она тоже уходит, припинается, тогда мы ее, оп, повесим. Повесим, 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 повесим. Так, раз. Выберем две руки, перепишем. Так, вот получается, я тут кадр на кадр наложил. Получилось дергание. Вот хорошо заметилось, потому что бывают такие моменты, когда проводишь, вроде бы сразу не увидел. А потом хоп, и начинаешь что-то записывать, и видишь, что там уже не так все интересно. Пропишем побольше, значит, этих кадров, чтобы мягче была анимация. Так, смотрим. Раз, а ну-ка отсюда. Так, она стоит, стоит. И что у нее с разговором? Где она говорить начнет? Так, разговор, да? Ну-ка, что тут получается? Открыл, закрыл, закрыл, открыл. Так, а ну-ка. Сделаем S. Немножко это сплюсим. Так, это у нее опана. Так, вот этот кадр можно ликвидировать. А вот эти-то HFD можно даже продлить побольше. Так, вот так вот будет нормально. Файл сейф. И возвращаемся снова, значит, в предыдущий, значит, кадр. Это у нас сцена 15. Так, смотрим, что у нас тут она. Так, значит, что? Гражданка стоит, стоит, нагинается, тут что-то стоит. Кивает, и вот здесь она начинает уже болтать. Так, а ну-ка, что-то я не вижу ее болтовню. А, вот она, да. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, тут она болтает. И, короче, здесь у нас она заканчивает болтать на 467. 467-я. В принципе, что? Ну, как в игрушках раньше старых, да? Так, ну, вот такое, вот такая вот подготовка, значит. Все, теперь нужно это дело нормально записать, потом смонтировать и посмотреть, как будет развиваться сюжет, как будет выглядеть аниматика, да? Так.
Так, вот видите, косяки уже. Лошадь где-то нужно поправлять, вот эти узду. Так, он сидит. Что он как? Он сидит нормально. Так, главный герой. Нога в стремени. Вот стремя нужно немножко тут шипки ими, наверное, вытянуть. Ну, тут нормально с этой стороны. Вот нужно ему ремень переписать. Короче, тут дела есть. Буду теперь этим делом заниматься. Ну, вот такие вот сложные процессы происходят при создании компоновки сцены. Вот, если кто-то будет начинать что-то делать, вот видите, вот уже смотрим так раз. Вот у нас уже персонаж висит в воздухе. Вот тут эти все теперь косяки нужно поубирать. Подогнать нашего персонажа там куда-нибудь, не знаю, чтобы хорошо это дело, ну, смотрелось, да, чтобы можно было вот раз между ними двумя показать, допустим, барышню. И вот тут как будто здесь говорит что-то мастерство. Все, мы приехали. Так, тогда на этот момент нехорошо смотрит гражданка. Значит, гражданка должна смотреть в ихнюю сторону. Вот так. И когда будет проводиться съемка, когда будет съемка проводиться, нужно будет, наверное, нет, ну, вот так где-то ее поставить, чтобы она все равно, ну, как бы обращалась к Мастерсону. Но раз Мастерсон на этом углу, то Мастерсона нужно, так, Мастерсона нужно еще немножко передвинуть. Потому что если он, значит, теперь слезет с нашей кобылы, то наша гражданка вот так только будет на него смотреть. Вот. И, значит, если со спины его снимать, вот таким вот ракурсом, хоп, допустим, о, тут хоп, он стоит, а она ему уже втирает. Он тут шевелится, там то сюда. Все, и замерли. Все. Все на постой. Здесь уже надо как-то отдалиться, посмотреть, записать их подъезд. Ну, с этой точки, да? Вот так, я думаю, нормально столб взять, там гражданку. Вот таким вот макаром. Или со ступени, короче. С нижней точки, как бы вот камеру раз и на верхнюю. И здесь они типа слазят. И мол, так раз, камера подходит. Пусть она стоит, с ног ее можно будет снять. Не обязательно ее прям показывать там, да? Вот, сбоку. Принимай на постой, мол, туда-сюда. И оп. Все, вот здесь он замер, здесь он замер. Здесь камера, значит, переходит, и съемка начинается уже с этого ракурса. С этого ракурса. Тут нужно подгадать, как это все дело обыграть. Этот сидит, этот, значит, стоит. И она, вы мои правила знаете. Туда-сюда он слазит. Все нормально. Ну, а там нужно будет, наверное, следующую сцену компоновать, где он будет уезжать. Ну, там проще, он уже опять залазит на лошадь. Сцена эта уже готовая. А персонажа вот этого главного героя оставить уже стоящим возле мустанга. И он, значит, как бы говорит что-нибудь там ему. Ну, как бы так бы. Я пока это так все представляю. Так, ну вот пока так. Такая вот движуха тут намечается. Интересно, долго, но очень интересно, кстати. Что получится на этот раз? Так. Ну все, всем пока, до свидания.